приветствовать вас на канале Compass Kitchen. И сегодня с вами мы будем готовить холодный кофе. То есть это не тот кофе, о котором вы, скорее всего, многие подумали, что это будет кофе глясе, то есть кофе и мороженое. Нет, его я, может быть, сделаю в другой раз. Сегодня мы с вами завариваем кофе холодным способом. Хоть, конечно, оно называется заварим, но варить мы его не будем. Это просто. Налил и забыл. Забыл на часов 12-15, а по прошествии этого времени мы его процедим и получим вкуснейший, ароматный кофейный напиток. Давайте готовить. И что же нам с вами в результате понадобится? Кофе. И кофемашина, либо кофемолка, неважно что. Либо вы можете купить уже готовый кофе среднего помола, потому что для заваривания этого кофе нужен именно средний помол. Холодная фильтрованная вода и банка. Все.